Банковская академия «Сбербанк Первый» начала работу во Владивостоке. Она собрала 17 клиентских менеджеров из разных регионов страны. Это первое выездное мероприятие Банковской академии. Примечательно, что проходит оно на базе кафедры Сбербанка в Дальневосточном федеральном университете на острове Русский. Когда мы учим молодых ребят, молодых специалистов, тех, кто будут строить этот банк дальше, очень интересно сделать так, чтобы их обучение прошло в необычном месте. Это место уникальное. Это кампус Дальневосточного университета на острове Русском, построенный к саммиту АТЭС 3 года назад. Место, на котором происходит самое лучшее образование на Дальнем Востоке, место, где есть уникальный молодежный офис Сбербанка. В программе обучения клиентских менеджеров «Сбербанк Первый» глубокое погружение в продукты своего сегмента и техники продаж. Участников ждет открытый диалог с руководством банка, продуктологами и коллегами. С момента запуска Банковской академии «Сбербанк 1» прошло уже более 10 выпусков. Мы выпустили порядка уже более 160 клиентских менеджеров. Мы постоянно развиваем нашу банковскую академию, добавляем новые модули и программы обучения. Следующая банковская академия проходит во Владивостоке. Сегодня мы едем к нашему внутреннему клиенту, а не клиент едет к нам. Наш фокус – это клиентоориентированность. Программа Банковской академии насыщена семинарами и тренингами. С участниками делятся знаниями спикеры из Центрального аппарата, Территориального банка, Сбербанк, КИП и других подразделений. Во Владивостоке у нас запустился новый модуль в Банковской академии «Погружение в жизнь». Данный модуль помогает новичкам почувствовать реальные события, которые происходят в жизни Сбербанк Первого. Для того, чтобы помочь клиентским менеджерам, мы приглашаем опытного эксперта, который совместно с ребятами разбирает типичные ошибки и дает экспертные рекомендации. Я впервые на Банковской академии. Очень рада, что мне удалось попасть сюда. Надеюсь, я почерпну много знаний. И у нас очень замечательный тренер. И я рада, что меня пригласили сюда. Я очень рада, что я сюда попала. Это уникальная возможность, потому что у нас буквально тут маленькая горстка из всей России, которые сюда попали, получили такую уникальную возможность пообщаться с такими мега-монстрами, которые нас многому научат. Программа обещает быть очень информативной, позитивной. Планирую унести огромное количество знаний отсюда и, разумеется, применять в работе. Дальневосточный банк. Специально для Сбербанк ТВ.